пешком по республике. В предыдущей серии мы находимся сейчас на реке, которая называется Элнет. Скоро мы выйдем на реку и посмотрим, какова же наша природа уже с речного русла. Пешком. Как по республике. Очень волнительно пока. Ну давай спою. Летят ути, и два гуся. Так я понимаю, вот сейчас река Илеть, ну, для сплава древесины не очень пригодна. Это значит, что раньше-то Илеть была полноводнее, больше была река. Это дубы, осина, дуб, береза, ель, все в одном месте. Воду, видишь, как... Небольшие затончики. Давай, газку. Греби, греби, Саш. Надо отталкиваться не от веток, а от воды. Медленно. Ну вот, мы прошли примерно 12-15 километров. Именно прошли, а не проплыли. Как говорят мариманы и водники, туристы, плавает только рыба. А мы прошли, мы ходим по воде. Вот, где-то 15 километров вот на живописном берегу реки Элнет. Берегу реки Илеть мы расположились. Сейчас разобьем лагерь и осмотримся хорошенечко, что же здесь интересного вокруг. Вымокли прилично, но внутри, в принципе, сухой. Сверху кажется, что мы сырые, а так нормально. Прекрасно. Ну что, разгружаем наши плавсредства. Все, дождь начал моросить мелко-мелко.
основная вода ушла. Переворачиваем? Подожди, сейчас там... Да, воды набралось. Сна. Для чего мы подняли каноэ? Артем сказал, что можно его поднять, поставить с подветренной стороны палатки, и в палатку не будет дуть весенний прохладный ветер. Так что берите себе на заметку. Я тут с воды на берегу заприметил одну интересную штуку природную. Хочу вам показать. Пройдем немножечко. Вот следы жизнедеятельности бобра. Вот здесь заметна тропинка вытоптанная. Значит, здесь ходят люди. Значит, либо рыбаки, либо, я не знаю, охотники. Кто? И можно объяснить тогда, почему эти ямы здесь. Значит, их кто-то выкопал. Для чего, я не знаю. Я знаю, что рядом с красным стекловаром есть угольные ямы. Вот. Они чуть побольше, чем эти. Не знаю. Почему здесь такие углубления? Вот они, смотрите. Следы жизнедеятельности бобров. Здесь видны уже старые поваленные деревья. И вот еще свежие разрезы. Вот абсолютно полностью повалили дерево. Но вот это уже... Вот, самый свежий. Идите сюда. Смотрите, сколько оставил бобер. Он как бы сказал, грыз и такой. Не, пусть еще постоит. И вот эта вот сантиметровая толщина липы. Вот ее буквально. Вот она еще свежая, она еще не засохла. То есть в ближайшие дни бобры... Тут целая семья, посмотрите, здесь все разгрызано. Они живут в норах. Сейчас посмотрим. Подойдите сюда, смотрите, вот это, скорее всего, они вот здесь спускались. Я думаю, что вот это бобры спускали туда. И в берегу есть норы бобровые. Вот старые липовые, ольховые ветки в воду. Березу даже грызли. Смотрите, четко прорисовываются следы от зубов. Скреб прям. А вот это морозные трещины на дереве. Когда-то раньше в морозы под воздействием низких температур кора трескалась и впоследствии заросла, и вот такие как бы шрамы вдоль ствола дерева образуются. Потом это дерево валит либо время, либо бобры. И вот оборот, круговорот веществ в природе таким образом происходит. Деревце. Смотрите, ух, то есть вот, словно огромные карандаши, наточены стволы, посередине перекусаны, очень тяжелые, на самом деле, мне кажется, бобры достаточно упрямые и сильные животные, потому что эти ветки очень тяжелые. Кстати, видно мусор. Видать, сплавляющиеся по Илете туристы могут себе позволить оставить мусор. Ну, приберемся сейчас, сожжем. Ну, а пока просто соберем эти вещи, наверное, да? Ох, что-то тут такое.
лес практически отошел от зимы, вот буквально белыми пятнами немножечко наследила апрельская вьюга. Если вы помните, апрель снег выпал, вот этот снежок еще остался. А в целом все, лес встречает лето, встречает, точнее, первое тепло, возрождается природа, пробуждается. Смотрите, как будто хрустальные капли над Илетью свисают с ивовых веток. Капли дождя. Ну что, как настроение? Как дела? Ходил мусор собирать? Да там чуть-чуть было. Сейчас уберем. Так. Что-то еще сделать? Я хочу это... Кем это принесло? Я прибрал. Я... Сжигать, конечно, это тоже не очень полезно, но пластик, как вот говорят, посмотрите на пластик, перед тем, как его выкинуть, вспомните, что этот пластик будет на этой земле дольше, чем ваши дети. Поэтому этот мусор останется еще не только детям, но и внукам, и правнукам. Поэтому, пожалуйста, убирайте за собой мусор, особенно не разлагающийся. Я знаю, что есть методы просто закапывать землю, но мне кажется, что это не решение. Либо увозите с собой в город, сжигать тоже нежелательно. А батарейки, говорят, вообще... Батарейки тем более не выкидывайте. В общем, берегите природу и любите природу. Я считаю, что любовь к себе проявляется через любовь к природе. Поэтому чем вы сильнее любите себя, тем вы сильнее должны любить природу. Как вы к ней относитесь, так и она будет относиться к вам. Приятного вам просмотра нашей программы. Сейчас мы будем помогать. Мы разбиваем лагерь. Роман. Ты уже разжигал костер под дождем. Под дождем, да. Да? Серьезно? Да. Бензином? Нет. Спиртом? Нет. Интрига бешеная, что ты там? Спичками? Спички. А, спички. Я тоже зажигал, но это требуется очень много времени на самом деле. Чем? Ну вот под дождем, спичками. Там. Ну главное найти сухие веточки, они обычно бывают... Под елочками, где дождь их просто не достает. Ими начинаешь разжигать, а кора березовая, горит она, в принципе, и сырая. Да? Мы сейчас посмотрим. Да, только спички я не могу найти. В такие моменты хочется сказать: Корбан, Корбан, милый, надеюсь, у нас не последняя спичка осталась. Роману потребовалось буквально 15 минут, чтобы разжечь костер. 20. Сколько секунд я сказал? Нет, минуту сказал. Ну, вот до такого состояния. А сколько? Ну, давай 2 минуты, да, скажем. 15 минут до такого состояния. Хорошо, давай я еще расскажу. Нет, 15 минут, мы же быстро костер. Ну, 5 минут, хорошо, вот до такого состояния. Нет, мы же накидывали уже? Видел, я не знаю. Хорошо, хорошо. Роман буквально с первой попытки разжег костер под дождем. Это могут делать только настоящие профессионалы. И теперь... Наверное, я когда-нибудь тоже смогу так делать. Ты потом меня обучишь. Костер разожгли, палатку поставили, каноэ, байдарки сушатся. Пойдем набирать и лейте в наш котелок. Немножко. Дождик, дождик, дождик. Термическая обработка речной воды, доведенная до кипения вода, становится питьевой, убивает все микроорганизмы. А вода кипит при скольких градусах?
при 100 градусах. Итак, будем пробовать и лить на вкус. Добавили туда немножечко шиповника и чая. Я много озер и рек перепробовал в нашей республике. Что вы от меня ждете? Чай как чай, без сахара, как мы любим. Мне вкусно. Куда фига, туда дым, куда фига, туда дым, куда фига, туда дым. Я не знаю, как это работает, но это работает еще с детства. О. А, нет, это работает, когда ты показываешь фигу в направлении дыма. Вот это тогда работает, а не дым в направлении фиги. В общем, дорогие друзья, Роман разжег костер, Артем натянул тент, дождь продолжает идти, а мы снимаем программу «Пешком по республике». Я хочу вам сказать, что, во-первых, мне глаза жжет, а во-вторых, я хочу вам сказать, что самое главное в походе – это картошка, которую ты запекаешь в костре. И это непередаваемое ощущение, честно говоря. И никакой дождь проливной не страшен, когда ты ешь картошку. Я хочу задать вопрос кому-то из вас, ребят. Например, Ром, тебе. Сколько лет ты уже ходишь в походы? В походы хожу стабильно с 2006 года. То есть ты ходил и в пешие, и в водные, да? И горные, в водные, пешие. В водные хожу вот каждый год, начиная с 2008 года. Угу. Так, я еще картошки буду. Кто-нибудь будет? Доброе утро, дорогие друзья! В эфире по-прежнему программа «Пешком по республике». Меня по-прежнему, насколько я помню, зовут Александр Акилбаев. Мы провели безумно влажную ночь, конденсат на всем. Почему-то некоторые участки нашей одежды взмокли, приходится сушить. А в целом все здорово. Я спал в головном уборе, в шапочке. Для чего я спал, вы помните, да? Наибольший процент всего тепла, которое мы теряем, через голову. Поэтому я старался максимально сохранить тепло своего тела. Самое удивительное, светать стало в 3:30, в 3. В апреле разве так светает? Я удивлен. А дождь закончился только в 6 утра. Ладно, идем за водой, просушиваемся. Я вам еще одно место покажу. Тут небольшое озерцо. Даже это, наверное, просто затопленная низменность. Но она очень красиво смотрится. Сейчас поставим чай и туда сходим. Красиво здесь.
Красиво. И начать хотелось бы сегодняшний день с знаменитой туристской мысли: у костра сушат только ненужные вещи. Помните это. В следующей серии. И ведь относится к бассейну реки Волга, бассейну Каспийского моря. Все плавательные судна отчаливаются носом против течения. Да? Скажи, почему?